Всем привет, вот вы вернулись. Все еще сходит с ума. Мне только что дали по шляпе, прежде чем я загружался. Меня били, когда я стоял тут в загрузке. Я слышал, они бегают вокруг меня. Бах-бах. Рану мне сделали на руке. Так, посмотрим, сколько там воды у нас. Все, мало. Нормально. И чуть меня вывалили с этого ковра. Блять, я скинул. Мясо, блин, чуть не испорчено, я не понял, блин, оно портится даже если в игре не находишь, что за бред? Это круто. Давай, блядь, башку свою лечи. Что у меня еще мигает, я не понял, что там еще с этим организмом не так? Пиявок, что ли, нахватался целую кучу? А вот, рана есть. О, перевязочка. Уже живем. Здоровье плюс 3, в смысле, это... Мозги. Shut up. Ага. Вот как мясо долго готовится, обалдеть можно. Что за мясо, кстати, готовится? Я уже не помню. А, вот это все испортилось какого-то хрена. Бросить. Блять, сюда. Так вы не говорите, что опять сейчас дождь пойдет. Вот эти уроды, блин. Опа, бананы, что ли? Да ладно. Давай, давай, собирай. Сошел с ума. Ты уже давно сошел с ума, просто не знаешь об этом. Так, покушать уже фрукты здесь можно, уже хорошо. О, пусто, пусто. О, давай мясо жарься, жарься, только не говори, что сгнило уже. Да возьми ты его. Почему ты приготовленное мясо ложишь на неприготовленное? О. Выйдем сюда, отойдем, выкинем эту гадость. Сырое, сырое. Странно, ничего нет. А, ой, есть. Ничего нет. Спряталась. Все, пошел город, да, свидос. Пипец вообще. Ну, ляжем поспим тогда, наверное, немножко. Дочь, походу, так и заскриптованный. Ну хоть здоровье чуть подняла, уже хорошо. Сила у нас есть, замечательно. Мозги вроде чуть потихоньку восстанавливаются. Он уже перестал орать. Это хорошо. Кстати, говоря о птичках, напомню. Ага. Все-таки башкой у него все еще проблема. Один из 40. Давай же наполни ее. 40. О, отлично. А это можно попить. Так куда ты забрал? Да что ты взял, блин? Бери эту палку, тут без. Этим тухлятину взял. Долго будет еще дождь идти, алло. Долбаные джунгли. Еще чуть поспать давайте.
еще часочек. Поспим. Блин, дождь кончился. Просыпайся. Давай-ка. Использовать. Сухарик возьми. Так вот, да. Не греши. Не настолько я уже и слабый. Так, давай. Отлично. Добавим палочку. Коротенькую. Коротенькие, правда, совсем мало добавляет. Естественно. О. Напоследок. Опять дождь пошел. Да что ты прикалываешься или что за херня, блин? В этой игре. Сколько можно дождь идти? Уже идет, 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 идет. Так, отдай. Повыкидал сухой хворост этот. Ах, под навес сделать. Не знаю, поможет он, не поможет, но попробовать можно. Так, стоп, книжки. Малое укрытие. Веревки. Бревно. Ёкер, ну давай, какая она здоровая херня. Да поверни ты ее. Дети уроды орут. Почему я нажимаю вращать, и оно не вращается? Я от этого понять не могу. Паскуда, опять кончился. Давайте еще раз. Попробуем поджечь. Он же каждый раз обнуляется, что ли, блин? Угу, хорошо. Так, надо бананчик еще поесть чуть-чуть. О! Здоровье, нормально. Жиров, правда, мало. Кстати, бананы жарить нельзя. Кстати, что с них можно еще сделать? Бросить и есть, все. А, пока его взять нельзя. Ясно. Пока оно жарится, взять его нельзя, к сожалению, почему-то. Посидим возле костра. Посмотрим на костер, возможно, у него башка чуть-чуть полечится. Пока нет. Пока ничего не происходит. Так. Близость огня плюс 3. О, хорошо. Я хотел попробовать как часами пользоваться, этот тварь берет их. Переключать же тут как-то можно Q. Надо посмотреть. Сейчас все понажимай, короче говоря. Еще, да? О, отлично, башка лечится. Короче, ни хрена. Так, что тут пишут? Не перейду ни черта. Слоты, шмоты. Бран. Короче, хрен его знает. Ага, все-таки мышкой. Понедельник, 19 декабря. Посмотрим, можно ли жарить бананы. Давайте чуть-чуть поспим тогда. Пока она там жарится. Чуть-чуточки. О! Быстрее, 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 быстрее. Но. Так, и
Ничего не происходит, да? Так, опять ни черта не видно, надо спать. 19. Вот почему у него падает здоровье? Сон-то должен восстанавливать, а не... Что за хрень какая-то? Так, опять что-то у меня появилось. Паразит какой-то нам падает. Ну да, конечно. Почему вы, собственно говоря, и нет? Перебинтовались. Отлично. Так, что, закончился? Практически, да. А может, бананы суп можно сложить? О, да-да-да. Посмотрим. Так, мясо пошло портиться. Отлично. Нет, не добавляется нифига. Тогда ешь это. Да сколько так быстро портишься? Что за фигня, блин? Один день еще целый. Вот это гнилье уже. До свидания. Червячки. Вот личинок можно добавить. А мясо? Нет. А гнилое мясо, кстати говоря, это уже нельзя. Так, посмотрим, что у меня там. Можно съесть одно. О, хорошо, водичку попить. Инвалид, пей, а не взять. Где пить? Ага. Почти полное здоровье. Вот и хорошо. Куда сходить? Да, давайте сохранимся. Вот это вот перезапишем. Все. Отлично. Ничего не появилось? Нет. Появилось мясо. Все еще живое, живое. Сидим. Этот банан. Что ты там показываешь? Тут же все. Так, а куда мы дальше двинемся? Так, кокосы забрать, в смысле, все это. Ёб твою. Так, заберем все это. Сейчас один раз как-то работает, то не работает, хрен поймешь. Все, короче говоря, все вроде подобрал, а нет, не все. А, когда он, значит, полный, не хочет дать. Ну хорошо, хрен с твоей водой. Все, мясо, аж мясо. Костер не буду. Так, ну идемте, я правда не помню, откуда я пришел. Собираем опять ветки, листья эти. Бананы. Так, что у нас? Давай возьми. Лиана. О, отлично, 10-е, все. Так, выберем еще дерево. Блять, опять что-то у меня появилось, какой-то эффект уже. Задолбали, блин. Эти пиявки бесконечные. Что за херня, блин? По-моему, на той ноге. Раз на этой нету, да, вон это паскуда это. Все, успокойся, разошелся. Сухой лист возьмем для растопки. Еще один сухой лист. Вон, я вижу еще один сухой лист, отлично. Уже не будет, это точно. О, еще один сухой лист. Шикарно. Веточка валяется, фиг с ней. Так, главное теперь опять не напороться на эту. На змею долбаную. Опа, коротенькая. Большая, маленькая. Еще палочка. И еще. Ну ладно, тут прям полно их. Это хорошо. О! Это я что-то убил, потому что я по своим следам так назад пошел. Хрен, у нас в игре карты нету.
Должна быть, но пока еще нет. Так, 6. Так, спуск опять вниз. Я там был, не был, хрен узнает. Понятно. Идемте вдоль вот туда пошли, все. Я, по-моему, кругами хожу, блин, постоянно одни и те же места. Что за звук? Что-то почаще вроде как проломился. Так, все, отлично, уже нету места. О, кокосик, отлично. Опа. Берем личиночки, кости, давай сюда. Отлично. Где он? Выпить. Нормально. Так, добыть. Добыть. И добыть. Так, вот и жили, отлично. О, говоришь, не хватает, да? Места тебе. Как же не хватает, если здесь столько места. Да ладно, блин. Ладно, хрен с ним. Хрен с тобой, золотая рыбка, пошли дальше. Так, опять я здесь был. Да что ж такое, я постоянно в одни и те же места прихожу, мать, вот так. Как туда спуститься, блин? Сигануть вниз. Самый быстрый способ. Попугай долбанный летает. Ладно, идем вдоль этой линии. Пропасти, может что-то найдем. О, спички. Нет места, говоришь. Так, хватит этих камней, нафиг не столько нужно этих камней. Выкинь их. Залапки, глаза. Там ничего не надо, там... Так, все, давай сюда. Как-то хреново оно все слажет, если честно говоря. Да как не влазит, а что за хрень, выкинь его нафиг. Я сказал выкинь, блин, он не выкинул. Как тебя повернуть-то, ёлки-моталки? О, давай. Не вылазит никуда, хрен с тобой, золотая рыбка. Рыбаная свинья. Так, места говорит уже нет. Хорошо. О, да, это должно влезть. Это что такое, вот. Не хватает. Крафтим тогда перевязки. Если так не влазит, значит прочитерим. Вот так вот хорошо. Теперь можно вернуться. Правда, я уже хрена не найти с этой ладой. Фиг с ними. Пошли, давай дальше. О, грибочки. Иди. Палки, палки, ковырялки.
Ого. Пошли сюда. По бревну. Что так что было? Чуть наплавал, вот короткая веточка. Давайте, да, уже не лазит. Так, нет, говоришь, место. Будет сейчас место тебе. Слишком много всего. А, не влазит ничего. Так, отлично, все, вроде кончились. Так, что там можно поесть? Грибочки. Угу. Все нормально у нас. Идем дальше. Так, что это у нас? Так. Сделаем другие бандажи. Вот так-то. Нормально. Эти лучше. Они лечащие. То есть они просто перевязки, а еще и с эффектом отравления или что-то там такое. А, все, да? Нету-то и нету. Ну, не отравление, а как его. Обеззараживание, что-то такое-то. Так, опять упыри. О, да ладно, деревня какая-то. Ой, до хрена тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошли себе убива. Вот этого, который сидит сейчас тут. Давай-давай, дружок, иди ко мне. Он даже не заметил? Он, наверное, не заметил, где я был. У меня лук есть? Есть даже одна стрела, а потом мы сейчас можем ему прописать еще хедшотик. Видно, ни хрена. Алло, как там? Прицелиться. Выше, 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 вот так где-то. Так, попал. Ток с того. Он меня не видел. Круто, стелс, ага, вот он. Не знаю, со всеми я справлюсь. Сомневаюсь. Так, надо бы копье сделать еще одно. А для этого надо дерево срубить вот это вот. Как ты устал уже, алло. Так, смотрим, что у нас с едой и водой. Так, ладно. Где большая? Вот она, длинная палка. Стоп, у меня есть каменный нож? Нету. Каменный нож. Куда? Куда? Сделаем каменный нож. Готовим еще одно копье. И пропишем им. Вот так-то лучше. На двоечку. Ну давай кидай. Что ж ты за...
Один ушел по отцам. Присядем, пойдем по стелсу, попробуем забрать свое. Получится, конечно. Ой, блин, я сейчас увидимся. Кусты, 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 давай, лезь, лезь. Блин, они везде. Дай копье. Отлично. Копье пригодится. Попробовать с другой стороны кого-то еще в спинку почесать. Кинуть в него. Дофига, мне нужен этот лагерь. Тут можно спать. Чей-то? Вроде похоже, вот сидит балбес какой-то. Попал. Что, петь сразу перехотелось, да? Не, поется еще. Блин, уже получил в задницу стрелу. Балбес яблочками покусился. Бежит, да? Тихо, тихо, тихо. О, бей, бей, бей! Что-то, по-моему, они перемудрили в этой игре. Стамина, он вообще дистрофий какой-то, он не то что там. Куда мы ходили, я забыл. Бляха. Ладно, пошли сюда. Попробуем опять найти эту хрень. Показалось, что какой-то дома нет. Так, речка. Вонючка. А это нифига не речка. Кость валяется. Так, походу я вот здесь был. Пёрышко? Давай, подойдём. Пёрышко одно, надо два, чтобы сделать стрелу. Вот прям совсем темно. А вот и кокос. Разобьём. Ты косой, что ли? О, попал. Это то же самое место, но прям рядышком было. Так, сагрить их не получится, потому что они убегают сразу. В смысле не убегают, атакуют меня сразу. И преследуют. Начали стрелять. Значит, он меня увидел, стало быть. Или нет? Потому что у меня ведь тоже стрела есть. Ну, вот где-то же вот так надо пульнуть. Либо из лука, плюс один. Попал даже в голову вроде. Он упал или не упал, что я не понял. Честно говоря. Отсюда нельзя ничего увидеть. Вроде что-то валяется или это нет. Вот это вот. Непонятно. Так, где еще дерево? Нормально, чтобы можно было срубить. Сделать еще одно копье. Еще кого-то приманить себе. Mm.
Трофик несчастный. Больше ничего нельзя сказать. Так, мясо нормально там? Да. Поберегись! Бабах! Вот сюда что-то полетело где-то. Длинные ветки. Так, бревно. Нафиг надо. Дайте короткую палку мне. В смысле эту. Длинную палку. Да какого? Ладно, срубим это. Ты что рубишь? Что? По башке не попал. Вот, отлично. Так, с камнями, по-моему, все плохо. Нет, я их не выкинул, отлично. В этот раз делаем каменный ножик. И веревочку. Так, отлично, двоечку. Ходим. Так, а еще рубить можно дальше? Нет. Похоже, что нет. Давайте еще одно. О, есть еще одно. А сделаем еще одно копье, чтобы сразу побольше было. Возможно, двумя копьями можно убить одного инвалида. Так. Веревочка. Это еще большая, да? Длинная палка. Ну, пока подожди. Где она? Улетела куда-то, что ли? Алло. Так. Я же в инвентарь не могу ее взять. Хрень какая-то, короче говоря. Так, я начал... Сейчас опять потеряю, блин, где я был. Сто раз крутился уже. Забыл, в каком направлении я шел. Туда, что ли? Бляха-муха, тут все одинаково кажется. Вот, здесь, точно здесь. Или не здесь? А, вот они. Вот они, вот они. А тот, походу, уже это вот расслабился и опять уселся, да? Недолет японский городовой. Давай, давай, блядь. Подходи. Он не видит меня, прикольно. Жалко, блин, жалко, жалко топор. Ой, в смысле топор этот. Давайте нож пока сделаем, пока он тут вступит. Возможно, я с этим ножом могу у него пульнуть. Дай сюда камень, япона мать, пока на... На двоечке. Попробуем сейчас скинуть. Не знаю, как он далеко его кидает. Ты что не кинул, я дебил? Да, с меткостью у нас, конечно, проблемы. Попасть мы никуда не можем. Чё это тут улян валяется? Блин, здесь что большая поклада. Сделаем еще один. А ты прикол тянешь. Так, надо что-то съесть, наверное.
жюри кончается. Ну, немножко жиру, немножко этого, немножко того. Вот так вот. Ну, хорошо. Так, руби давай. Есть. Длинная палочка есть. Крафтим. Крафтим. Ножик чего не взял? В смысле не сделал. Вася. Давай. Так, отлично, еще один нож. Да, конечно, тут массовое производство нельзя делать, но ну, ладно. Так, хорошо. Сила кончается. Мне казалось, что тут еще одна есть, да, есть. О, два копья. Два копья лучше, чем одно. Так. А, он все еще меня выглядит. Отлично, давай. Я не облегчаю свою задачу. Давай, 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 кидай, кидай, кидай. Ну, кидай. Во. Двум валенком. Какой дик. Так, копье. Так, ближе подходить не стоит. Я тебе не буду ничего с тобой делать, потому что... Да сколько вас тут? Ниже, нифига. Это прям деревня, действительно. О, стрела. Два перышка. И маленькая веревочка. Спасибо. Блин, палок наверное нету, как ты прикол тянешь. Валялась на земле столько, ты не подобрал. Так, опять пияка, вашу мать. Да давай, открывай там. Пантера где-то, твою мать. Еще что-то есть, а что ты будешь делать, где-то тварь? Вроде нет ничего. Эффект-то какой-то есть. Япона мать. Какая-то долбаная кошара, чтобы ты была здорова. Убить надо ее. С ручником. Ну ладно, до меня не идет, хорошо. Ой, плохо. А, вижу, он сидит, долбес. Вот инвалид с камешка прыгнул, он уже... И поломал себе полное и пол здоровья, блин. Гребаный ботаник. Давайте сидим, что ли, еще бананчик. Может даже еще одно мясо, сколько? Один день, 17 часов, а, это еще нормально. Туда можно сесть. Тут-то переходит, а что можно будет поохотиться без проблем. Всякая живость отходит. Сколько их там еще есть?
А, где ты там? А, он стоит. Заткнись. А, стреляет. Хорошо. Ты мне подарил стрелу, молодец. Она где-то в камень воткнулась. Я так понимаю, что он меня не видел нифига. Это кошка долбаная. Блин, с одной стороны это тварь, с другой стороны кошка. Рычит. Так, ну давайте стрелу сделаем, что ли. Веточка. И два перышка. Есть. На троечку. Лук. Он умер или нет? Я в упор не вижу. А вот он стоит в кустах. Что такое? У меня стрела из какого хрена. Во. Целься. Так, отлично, убил. Где-то здесь стрела, по-моему, пульнула. Или мне показалось, или... Или он где-то пулял стрелу. Камешек заберем. Камней уже, кстати говоря, мало совсем. Сколько их вот? Так, вижу перышки. Еще одна перышка. Тут вади торчит там. Копья есть. Копья нету. Есть молоток. Да, надо делать еще. Еще каменный топор делаем. Последние камушки сейчас потратил. Надо будет еще насобирать. Так. Он очень косой, поэтому... Кидать камень это не вариант. Вот. Есть. Веточки тоненькие. Веревочка. Палки-выручалки. Давай, давай, подбирайся, подбирай, подбирай, подбирай. О. Костер надо с чего-то сделать. Человеченку жарить мы не будем, потому что она слишком мозги сносит. Давай, ботаник, восстанавливайся. Как ты промазал бы по дереву, а? В упор. Ушло. Места нет. Большая палка, отлично. Крафтим. Замечательно, так большие ветки уже не надо, большую ветку могу разрубиться теперь на мелкую. А, все, 7 штук. Так, идемте обратно. Идем поющим упырям. Да что ты, обойди ты давай, елки-моталки. Так, яблочки. Точно не яблочки небесных. Но... Давай. Так, где? Надо сверху обсмотреть.
Ah, вижу сидит. Как ты промазал, инвалид? Может, пойдем зарубим его, если он один остался? Я просто не уверен, один он или нет. Ладно, рубим дерево. Дерево тут, слава богу, есть. А вдруг камней нет? О, круто. Может, я не могу сделать еще один? Дайте камушек. О, отлично. Вот еще. Шикарно. Добудем дерево. Сделаем копье и шандарахнем его. Мало того, что он тупой, он еще и глухой. Я рядом сижу, рублю дерево. Стою, точно говоря. Ну давай уже, бей. Вот. Надо было просто, может быть, делать слабое копье. Хотя, наверное, у меня маленький домах, скорее всего. Так, заткнись ты уже, пожалуйста. Вот так, наверное, я не попаду должен. Это не он, наверное, пойдет. Наверное, кто-то в палатке еще есть. Да, вон еще один урод сидит. В палатке. Как ты промазать так мог? Упырь несчастный. Дайте мне большую ветку. Ну куда ты покатилась, скотина? Давайте сделаем просто слабое копье. Кедрин Фини. Есть. В задницу его. Он такой, да ну нафиг, что это? Как это? Где это? Срубить эту хрень, я не вижу ни хрена. Во, задолбал уже, блин. Это дерьмо срубить тоже. Ну, вот. Где этот упырь? Он стоит вроде. Так, еще одно дерево надо рубить. Не сохраниться бы. Чтобы сохраниться, я не знаю, я уже, наверное, не найду свое место там, где я был. Так что здесь делать надо будет. Спальник это. Так, гребаный топор сломал. А, нет. Только не это. Сделаем обыкновенный топор. Так, по-моему, веревочка нужна. И этот вот нож. Да. Так, где? Где все разлетелось, я ничего не увидел, блин, куда оно упало. Все схватилось. Опа, камешки, отлично. Хреновое место ты выбрал для того, чтобы убедить, а вот это факт. Попробуем вот это срубить. Ладно, когда мне не надо спать, смотрите, дождь не идет, прикольно. Только разведешь костер, на тебе, сразу же, блин, дождь идет. Так, посыпалось, разлетелось у кедрини фини.
давай. Слабенькое копье. Еще одно. И еще большая палка. Хотя зачем нам слабенькое копье делать, если мы можем уже сделать нормальное копье. А, хрен с ним, пускай будет хреновое копье. Что там такое? О, сделаем еще одно. Возможно, двух копий будет хватать. Ой, как ты уже достал. Вон он стоит, крутит башкой, ни хрена не видит. Что это такое, что было? В рикошет зашел нашу. Так, он мне стрелу, кстати, кинул где-то здесь. Спасибо. Опять рикошета, чтоб ты был здоров, а что ты там рикошетишь? Какую-то хрень. Бляха-муха. Бери топор, рубим еще одно дерево. Вряд ли с двумя справлюсь, это серьезно. Вот, я думаю, что я не убью их. А так потихоньку буду коцать их. Бей давай. В смысле нельзя под... Охренеть, еще и тут строиться нельзя. Что, вблизи лагеря строиться нельзя или что? Или под кривым углом нельзя строить? О! Ну, ставься! Набирай. Брось каку. Давай, спи. Так, шикарно. Надо было сбросить сюда эти все банки, чтобы воды набрать, блин, балбес. Так. Что говоришь, иди, наверное, еще посмотрим, что там. Ой, все плохо. Воду влил, что ли, в себя? Да, круто. Мясо. Но жиров больше не хватает, на самом деле. Так, надо спать еще дальше, потому что не видно ничего. Так, 7 утра, нормально. Так, это хрень уже на мне, блин, это 5, задолбали уже. Паразит, что ли? Пиявка. Вари нафиг. Еще что есть. Вот еще, ух ты. О. У меня мозги, кстати, из-за этого, блин. Все, попьем воды. Идиот, блядь. Так, понятно, он полный, сытый. Так, ну что, рубим деревья. Продолжаем. У нас вот хп появилось. В смысле не хп, а мозг есть.
хотим. Пофигу, сделаем слабый коле. Так, 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 где-то еще должна быть. Вот. Я думаю, сейчас еще раз в него попаду, и он сдохнет. Наверняка. Так, все, уже не лезет. Так, я не заблудился случайно. И бочки. Отлично. Нет. Не заблудился. Идем. Ай, ни черта не вижу. О! Так, давайте вот так вот выше. Отлично, умер. Он еще один бобби сидит. Да заткнитесь вы уже, сколько у вас тут, блин? Да что ты там упираешься с жопой? Давай, давай, кидай, кидай мне стрелу, мне нужна стрела. Пустил? Молодец. Давай еще одну. Возможно, я убью его сейчас. А он еще до стрелы не подбил, молодец. До себя. Где-то там. А, вижу. А, он прячется, скотина. Опять эти листья долбаные, я ничего не вижу. О. Супер. Расчистили лагерь. Слабое копье. Буки. Отлично. Все-таки у них падает какой-то лут. Так, это у меня полное. Так, малый огонь. А это что? Новая запись коптильня. Ага. Хорошо, коптильня. Так, где ты еще поешь, алло? Я не вижу его. Вот в чем беда. Он опять застрял в чем-то. А под навес что тут у вас? Ой. Доска. Охотник долбаный. Где этот урод? А, вон, вон, вон. Shit the fuck up, bitch. Я промазал. Да твою мать! Придурок, что ли? А ну кинь мне нож этот долбанный. Я сказал кинь, придурок. Где он? Так где он? Так что у меня там, блин, опять эффекты какие-то пошли. Рано. Винтуем. Ой.
Что ж ты сами там, я не понял, что ты хочешь показать мне? А, все плохо? Ты без тебя знаешь, что все плохо. Блин, больше не восстанавливай здоровье. Вода. Нету. Съеди мясо. О. Так, где этот идиот? Это не он там случайно? Или нет? Что засал, да? Я опять промазал, твою ж мать. Какого х... Да-да-да! Иди сюда, мудак. Занюханный. Что это за телепорты, блин? На камень прыгнул. Да какого х... Да, блядь, иди давай прыгну, дура, блядь. Круто, блядь, еще и змея укусила. Охуенно, блядь. В рот тебе пароход, мудак. Так, короче, нахрен. Ну, на этом все. На этом буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.